В округе дезинфекция на первом месте. Коммунальщики обрабатывают подъезды, детские и спортивные площадки. Сотрудники управляющих компаний работают в усиленном режиме. Сейчас их главная задача – не допустить распространения коварной короны. Ручки дверей, домофоны, почтовые ящики, перила, вентиляция, кнопки в лифтах, детские и спортивные площадки – все, с чем контактируют люди, подвергается обязательной дезинфекции. Ну, когда я выхожу на работу, я вижу, что там делают дезинфекцию, обрабатывают, моют подъезды. Перечень дезинфицирующих средств утвержден Роспотребнадзором. В основном это спиртосодержащие жидкости и хлорка. Сейчас это главные средства по борьбе с распространением инфекции. Каждое утро я стала замечать, да, что люди в спецодежде, наверное, видимо, проводят дезинфекцию подъездов. Я собакой гуляю каждый день. Вот, я это наблюдаю. Управляющие компании округа имеют все необходимые дезинфицирующие средства для обработки мест общего пользования. На жилом фонде АО ЛГЖТ ежедневно проводятся работы по дезинфекции подъездов в период вспышки коронавирусной инфекции. Значит, всего у нас 2889 подъездов, обработка которых производится ежедневно. Дезинфекция сейчас проходит повсюду, но все-таки лучше прислушаться к рекомендациям врачей и оставаться дома. Андрей Лобанов, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ.